ймовірно, рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Триває ефір громадської приймальні незмінно у цей час. О 15:15 ми розпочинаємо його у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Леонід Антоненко. Пане Леоніде, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-0981. Ми звичайно, говоримо досить часто зараз про проблеми, які знаходяться саме у вас на округах. Однак сьогодні у нас буде інша тема. Ми сьогодні будемо говорити про надважливі питання. Ми будемо сьогодні говорити про питання оренди комунальної власності міста. Тож, будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших запитань на цю тему. Адреса депутатського приймання, номер телефону депутатського приймання пана Леоніда буде весь впродовж всього ефіру на ваших екранах. Тож, будь ласка, якщо будуть у вас будь-які запитання, ви можете звертатися. Ну, звичайно, чекаємо ми ваших телефонних дзвінків за традиційним телефоном нашого прямого ефіру 223-0981. Вже долучайтеся. Про питання комісії власності ми сьогодні говоримо. Отже, пане Леоніде, дійсно сьогодні хочеться поговорити з вами про те, яким же чином завершується рік саме для вашої профільної комісії. Однак перше питання у мене до вас буде не зовсім звичним, однак, на мою думку, досить важливим для роботи Київської міської ради. Є фракції, які досить гордо пишаються тим, що вони от завжди злагоджено голосують, мають таку єдину точку зору тих чи інших питаннях. У вашій фракції впродовж останніх пленарних засідань Київської міської ради можна побачити, що це не завжди так. У вас легко апелюють колеги і вам, і ви так само легко апелюєте і висловлюєте свою точку зору з тих чи інших питань. От на вашу точку зору, чи допомагає взагалі в результаті ось такий підхід у вирішеннях проблем? Прошу. Ну, наша фракція доволі дисциплінована. І з тих питань, які є принциповими, у нас є таке правило, що якщо ухвалене рішення фракції, яке дебатується напередодні, і заслуховуються думки різних людей і різних депутатів. Але якщо прийнято рішення, що це є принципове рішення, за яким фракція має виступати єдиним фронтом, то ми виступаємо єдиним фронтом. Якщо ми бачимо за наслідками таких дискусій, що деякі депутати мають дуже власну таку думку, яка принципова для них, і вони не готові її змінювати, то тоді ми приймаємо рішення про вільне голосування, і тоді голосує кожен так, як вважає за потрібне. От ви вважаєте, що такий підхід правильний у роботі? Тому що я ще раз говорю про те, що багато фракцій, коли приходять до нас, вони дійсно пишаються тим, що у них завжди такий єдиний підхід, вони ніколи не апелюють колегам. Чому, от особливо у вас, досить часто можна прослідкувати такий момент бунтівництва? Це не бунтівництво, це момент того, що треба мати аргументи для того, щоб переконати людей всередині фракції. А якщо таких аргументів не вистачає, то тоді ти даєш свободу людям голосувати так, як вони вважають за потрібне, і шукаєш далі аргументи. Це той самий діалог, який ти з виборцями ведеш. Деякі речі вони непопулярні, людям вони не подобаються, і ти можеш або йти на поводу у популярного якогось підходу, який не завжди є правильним і здоровим для тих самих людей. Або можеш їх переконати в тому, що ти робиш правильну справу. І це не завжди люди вміють, особливо ті, які нові в політиці. Тобто все-таки принципове висловлення своєї точки зору – це, на ваше переконання, основний момент у роботі депутата? Я б сказав так, вміння переконати. У нас нема впертих людей. Є люди, які ще не є переконаними щодо того, як там є більшість завжди, так? Так. А є там 2-3 особи, які не поділяють думку більшості. То це питання того, як цій більшості їх переконати. Якщо це можливо, в деяких питаннях, цінностних питаннях, ти не можеш переконати людей. Наприклад, у нас було таке рішення, яке, на мою думку, не є занадто важливим, але саме навколо нього у нас точилися дискусії. Воно стосувалося того, чи якісь лікарні надавати в оренду приміщення православній церкві Московського патріархату або якогось іншого патріархату. Я навіть не вдавався в це, тому що, на мою думку, є закон, який усіх орендарів розглядає як таких, що мають рівні права. Це є один закон, а є інший закон, який каже, що є свобода совісті, яка визнається в нас. Що означає, що будь-які церкви, будь-яких патріархатів і конфесій мають рівні права. Я як юрист, для мене цих двох законів було достатньо для того, висловити свою думку. Але були такі люди, які вважають, що певні церкви, вони здійснюють якісь додаткові функції тут.
які виходять за межі їх церковного статусу. І для них це було принципово не підтримати. У цьому цінностному питанні ти не можеш нікого переконати. Ти просто даєш право голосувати вільно. Так, дякую дуже. Ну, важливий момент, тому що ми насправді досить часто говоримо про те, чи може депутат іти от за власними переконаннями. І от дякую за таке роз'яснення. Ще раз хочу нагадати, прошу, 223-0971, ми починаємо вже говорити про питання комісії власності. Будемо сьогодні говорити, звичайно, про оренду комунального майна. Долучайтеся, бо чекаємо ваших дзвінків на цю тему. Отже, пане Леоніде, питання про передачу комунальних навчальних закладів в оренду приватним власникам, воно досі залишається на рівні дискусії досить високий, продовжує обговорюватися. Наразі, чи визначений алгоритм оренди приміщень для приватної освіти? Я знаю, що ви працювали над цим питанням. Це дуже складне питання. Я, з вашого дозволу, перейду на російську мову. Прошу, для того, прошу. Щоб усі нюанси цього питання можна було б викласти вільно. Смотрите, в вопросах аренды помещений для нужд частного образования у нас в 2015 году было принято решение, и наша фракция в те времена была представлена 5 депутатами, которые имели более-менее монолитную позицию по этому вопросу. Мы тогда его поддержали. Решение состояло в том, что такие помещения сдаются в аренду за 1 гривню в год. Так. Всем желающим. Сейчас, когда я возглавил комиссию и смотрю на вопросы аренды этих помещений для этих целей более подробно и профессионально, и имею возможность изучить каждый случай более внимательно, мы видим, что это решение нуждается, на мой взгляд, в корректировке. Но, во-первых, не все разделяют эту позицию, во-вторых, я могу пояснить, в чем, собственно, такая корректировка должна состоять. Что меня беспокоит, когда мы такого рода решения принимаем? Сдаются в аренду крупные помещения, например, помещение коммунального детского сада полностью. Это, как правило, 2000 квадратных метров. Так, ну, так. Понятно еще, что и придомовая территория. Они сдаются, как правило, вне конкурса одному претенденту за 1 гривню. Я себя спрашиваю, неужели эти помещения настолько никому не интересны, что за такую цену больше нет претендентов? Потому что я хорошо знаю, на моем округе, на Голосеевской, 13, несколько недель назад была закрыта сделка по продаже аналогичного помещения, которое принадлежало частному застройщику, за миллионы долларов. И меня удивляет, что здесь, когда мы даем в 1 гривню практически бесплатное пользование, находится всего один единственный претендент. Я себя спрашиваю, почему так происходит? Так. Да? И в ответ, когда я ищу ответ на этот вопрос, я нахожу целый ряд проблем, которые в том числе создаются вот этим решением об 1 гривне. В чому найголовніше камінь спотикання тут? Чому так стається, що дійсно немає претендентів? Ну, тому що ми вже говорили з вами про це, ми говорили про те, що не хочуть брати в оренду, ви говорили про те, що дійсно хочуть, однак є моменти, які... Оскільки це ресурс неринничний, виходить, на неринничних условиях він розподіляється, то понятное дело, что для того, чтобы получался такой странный результат, да, должны существовать очень странные процедуры, которые создают этот результат. Какие это процедуры? Помещение, например, появляется в списке свободных и исчезает оттуда. Либо приходится искать, или так было, например, в случае с детским садом на улице Плеханова, 6А, да, на набережной Русановского канала. Вот этот вопрос завтра у нас будет снова рассматриваться на Киевраде. В первый раз он не получил необходимого количества голосов. И согласно нашей методике, правилам, регламенту, такого рода вопрос может быть вынесен еще раз на рассмотрение депутатов. Повторно. Да. Повторно пришел к нам глава района, пришли депутаты, заинтересованные на нашу комиссию, и мы внимательно изучали этот вопрос. Там были вот такого рода проблемы, что людям одним говорили, что он попал в список свободных случайно, и мы намерены там сделать коммунальный сад, а другим людям говорили, что он там не случайный, давайте идите к нам, и мы вам организуем аренду за вот такую льготную ставку. Разумеется, это неприемлемый подход. Ви з головою району про це говорили, я так розумію, що він був у вас на комісії під час того? Глава району прийшов на комісію для того, щоб сказати нам дві речі. Во-первых, що він собі бачить розвиття цього дитячого саду як комунальний дитячий сад. І він відозвав согласие районної адміністрації на аренду цього приміщення частному власнику. Однако, когда мы задали вопрос главе района, смог ли он получить деньги в бюджете, был ли удовлетворен его бюджетный запрос на ремонт этого помещения, так. А это 25 миллионов гривен, он нам ответил, что нет, этот запрос был отклонен,
Якобы в бюджете насобиралось там что-то около 1 000 000 гривен, но вы понимаете, что такими темпами, по 1 000 000 каждый год, мы будем 25 лет восстанавливать этот детский сад. Так-так. Поэтому... Яким чином ви особисто, на вашу точку зору, слід вирішити це питання? Я підготував проєкт рішення на цю тему. Саме это, ось по цьому дитячому саду? Проєкт рішення Київ... Ні, ні, ні. Чи загальний? Вообще. Вообще, на мою... По моєму мнению, вопроси должны рішатися іначе. Они должны решаться так, как в некоторых наших соседях они решаются. Создается список тех помещений, на которых в бюджете не находится ресурсов. У нас таких для ремонта. Для ремонта. У нас сейчас таких помещений порядка 8-9 по всему городу. Общая сумма инвестиций, которая требуется для проведения капитального ремонта, порядка 300 000 000 гривен. Так вот, о чем идет речь? Это где-то 20-30 000 000 гривен на каждый из таких детских садов. Так. Речь идет о том, что мы должны опубликовать этот перечень для всеобщего обозрения. Да, сейчас он где-то находится в недрах КМДА. Да? О нем знают только эксперты и заинтересованные лица. Узкий круг. Угу, мы должны этот перечень опубликовать. Дальше мы должны сказать, что раз в полгода мы будем проводить конкурс открытый на право арендовать эти помещения. Это второй момент. Да. Третий момент. Мы должны их выдавать не на 3 года в аренду, как это сейчас происходит, а на значительно более продолжительные сроки. Сами посудите, если вы инвестор, который вкладывает 25 миллионов собственных средств в капитальный ремонт, и ты понимаешь, что через 3 года арендодатель может передумать, он скажет, спасибо, вы 3 года поарендовали, и мы теперь забираем этот отремонтированный садик для собственных нужд. У меня была встреча недавно с представителями частного образования, я у них спросил, почему такие объекты находят на рынке всего 1 претендента. Как такое возможно? Они сказали, очень просто, потому что мы уже не раз сталкивались с ситуацией, когда после того, как мы ремонтируем капитально или не капитально то или иное помещение, через 3 года к нам приходят, говорят, спасибо, мы забираем его назад. Угу. Поэтому нет доверия. Сроки эти должны быть продлены. Я выступил с предложением передачи в аренду на 25 лет. 25 роков. 25 лет. При этом такой ресурс выставляется на конкурс по минимальной стартовой цене. Я предложил, опять же, 1 000 000 гривен за весь период 25 лет. Угу. И дальше соискатели, которые полгода готовятся к этому конкурсу, а не так, как у нас сегодня 10 дней в газете где-то на последней странице мелким почерком. Когда наступает день конкурса, они предлагают свои предложения. И тот, кто заплатил за право аренды больше, получает этот детский сад. И в дальнейшем, после того, как ремонт будет окончен и инвестиция будет осуществлена, дальнейший срок аренды он должен быть льготный вот за ту самую 1 гривню. То есть за эту 1 гривню надо побороться, ее надо выбрать на конкурсе, и нужно сделать соответствующую инвестицию и эти инвестиционные обязательства записать в договор. Как это происходит сейчас? Договор аренды содержит одно единственное условие – вы должны платить 1 гривню в год. Других обязательств арендатора не существует. Так, ми поговоримо ще про подальшу долю вашого такого проєкту рішення після дзвінку. Добрий день, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Доброго здоров'я, мої шановні. Добрий день. Анатолій Іванович, так, пане Анатолій. Прошу дати роз'яснення, як отримати орендне приміщення під хор. Під хор. 20-25 чоловік. Дякую. Дякуємо дуже. Практичне життєве питання киянина. Прошу, пане Леоніде. Ну, є 2 способи. Перший спосіб – можна зайти на один із 11 сайтів, які у нас зараз існують, і поискати там свободні приміщення. У нас в кожному районі приміщення іщуть своїх орендаторів на сайтах районів. І плюс ще департамент комунальної власності на своєму сайті іщуть своїх. До кожного своя база. Вот така абсурдна система. Ми внесли поправки, предложення в существующие правила, для того, щоб це змінити. І вони полгода где-то там путешествують коридорами администрации. Тем не менее, вот сейчас это именно так работает. Вы должны найти это помещение, и то есть, если оно там найдется, подходящее для вас, вам следует, наверное, зарегистрироваться как общественная организация, которая имеет преимущество и льготы определенные по сумме арендной платы, и получить можно в аренду такое помещение за 1 или 4% в зависимости от его площади. Второй способ – он более интересный. Он состоит в том, что всегда
у чиновников, которые отвечают за соответствующее направление, есть какие-то помещения, которые интересные, так скажем. Они долго не залеживаются в этих списках. Но, к сожалению, вот мы работаем над тем, как бы интересные помещения тоже оказывались в списке, а не так, что о них знают только приближенные лица. Угу. Так, дякуємо дуже. Ну, тобто, фактично, якщо іншими словами говорити, то от другий спосіб – це потрібно просто йти до відповідного чиновника і якимось чином питати, чи є у вас там це приміщення, правда? Ну, я так розумію, що наразі це так працює. Наприклад, в силу різних обстоятельств освобождається якесь приміщення від орендатора, або від якогось відомства, яке в ньому знаходилося. Да? І далі, перед тим, як таке приміщення попадає в список свободних, люди уже подыскивают по своим каналам правильных арендаторов. Дальше в список свободных попадает это помещение. Правильный арендатор в тот же день проявляет внезапно к нему интерес. И после того, как интерес проявлен, вот, не исключено, что помещение исключается из списка свободных. Вот так, например, у нас происходило случаем с этим садом на Плеханово. На Плеханово, так. Так, дякую. Слухаем ваше запитание. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Это я, да? Так, это вы, прошу. Меня зовут Елена, я живу в Подольском районе. Так, поняла. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, тот инвестор, который выиграет тендер на проведение капитального ремонта и получит это здание в аренду на 25 лет, будет ли в этом помещении сохранен именно детский сад и штат, который в нем работает? Угу, дякую. Ну, такие уже нюансы действуют. Спасибо, это не нюансы. Просто речь идет о том, что те 8 или 9 помещений, там никакого штата нет. Это пустые здания, которые не эксплуатируются по целевому назначению. Угу. Речь не идет о том, что мы коммунальный детский сад со штатом, с людьми полностью начинаем как бы сдавать в аренду. Угу. Нет, так вопрос вообще не ставится. Напротив, если мы эти 8 садов, скажем, сдадим в аренду, и люди заплатят вот этот начальный взнос, или в результате торгов взнос окажется более высокий, не миллион, например, а 2 миллиона, то мы можем получить 20 миллионов гривен, да, от будущих арендаторов и направить эти деньги на то, чтобы тепломодернизировать существующие детские сады или как-то их там улучшить и обеспечить тем, что им... Ну, тобто наповнення бюджету и далее весь процесс. Да, я хочу подчеркнуть, что сегодня у нас 35 тысяч квадратных метров арендуются за 1 гривню в детских садах и школах, а после того, как мы принимем решение по саду на Плеханово и на Серово, эта сумма вырастет до 39 тысяч квадратных метров. Это все субсидированная арендная плата, за которую бюджет не получает ни копейки денег. На мой взгляд, система должна быть такая, что мы либо привлекаем инвестиции, либо получаем все-таки рыночную сумму на счета управления образования, а те, в свою очередь, эти ресурсы используют для того, чтобы модернизировать существующие детские сады. Далі, так, щоб всі гроші йшли далі. На вашу точку зору, яка буде доля цього вашого проєкту рішення і в яких моментах будуть виникати найбільші нюанси? И запоречения с провода инших депутатов. Смотрите, существующие контракты, которые уже заключены на 1 гривню, да, вот эти 39 тысяч квадратных метров, мы не будем менять правовой режим, потому что люди в 2015 году получили определенную льготу, и сказать им, что в 2016 или 2017 году мы отказываемся, это абсолютно неправильно и нечестно. Поэтому это мы оставляем как есть. Правда, мы говорим, что если вы хотите получить те же самые 25 лет вместо существующих 3 лет, в таком случае давайте говорить о других условиях. Мы также говорим о том, что последующее продление таких контрактов на существующие сроки, 3-летние, при условии применения льготных ставок, возможно, если вы публично отчитаетесь перед громадой о том, на что пошла эта субсидия, какие финансовые условия обучения в ваших учебных заведениях, раскроете свою финансовую отчетность и будете нести отчет перед громадой, которая вам 35 тысяч квадратных метров передала в бесплатное, по сути дела, пользование. Вот такие правила. Не все их сегодня поддерживают, но мы будем искать компромисс, разумеется, будем вести консультации. Сделано это для того, чтобы прекратить ситуацию, в которой у нас один претендент на 1 гривню претендует на такие ласовые шматки коммунальной власти. Так, дякую. Слухаем ваше запитание. Добрый день. Алло. Добрый Алло, день. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Я из Подольского района. Значит, есть ли в Киеве, у нас в КНДА, план экономического развития Киева? Потому что у нас получается такая жуткая картина.
В Киеве уже живет 5 миллионов человек. 25 лет тому назад было 2 миллиона. А заводов и фабрик, даже те старые, которые были и которые отработали, они стоят в разрухе. Новых предприятий нету, людям негде работать. Мы все строим только одни жилые квартиры. И люди Киев наповняють этот резиновый пузырь. Почули вашу точку зору. Дякуємо дуже, що зателефонували. Не нова точка зору в нашому ефірі. Прошу, пане Леоніде, ваш коментар. Ну, фракція «Самопоміч» не голосує за детальні плани території, які предусматривають, в особливості на лівому берегу, строїтельство жилих кварталів без відповідних робочих міст. Угу. От, наприклад, останній случай, який у нас вчора був на так. засіданні Київради, було проголосовано мінімальним кількістю голосів. 62 при 61, да, необходимым. За детальный план территории несколько севернее площади Луначарского на метро Левобережье. На Макельский Слобице, так. Да. Там будет дополнительно 7500 жителей проживать по очень скромным подсчетам, согласно этому детальному плану территории. При этом выступали представители бизнеса, которые там сейчас расположены, они говорят о том, что к ним пришли люди. Я не знаю, насколько это правда или нет, но я могу просто пересказать, что услышал от них. И сказали, что на следующий день, после того, как Киеврада проголосует новый детальный план территории, согласно которому на вашем месте планируется жилая застройка, мы придем и отсюда вышвырнем вас просто. А у них они создают там рабочие места для нескольких сот человек. Это немного, но с другой стороны, если эти рабочие места будут закрыты, а там опять же мы построим жилые дома, то мы только тем самым еще больше усугубим проблему транспортного сообщения между левым и правым берегом и ту проблему, о которой избиратель, дозвонившийся нам сейчас, сообщил, а рабочие места. Поэтому три фракции проголосовали единогласно против, а две фракции «Солидарность» и «Единость» единогласно поддержали этот детальный план территории. У нас такого раскола, вот это реально раскол, я не припомню, чтобы по другим ревно, вопросам. Ревно. Но люди там не голосуют, либо воздерживаются. Здесь мнение всех оппозиционных, давайте так скажем, фракций Киевради, в том числе «Самопоміч», оно было монолитно против. Да? То есть это очень серьезный вопрос. На мой взгляд, нынешняя администрация недооценивает масштаб этой проблемы. Так, пане Леоніде, я вам дуже дякую. Ми зараз йдемо на невеличку рекламу. Будь ласка, залишайтеся з нами на телеканалі «Київ» і не перемикайтесь. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі «Київ». Триває ефір депутатської приймальні. Представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Леонід Антоненко сьогодні гостем нашої студії. Ми говоримо сьогодні про питання комунальної власності у столиці. Будь ласка, хочу ще раз нагадати, пан Леонід є головою постійної комісії Київської міської ради з питань власності, тож ми чекаємо всіх ваших дзвінків саме на цю тему. Отже, пане Леоніде, я хочу з вами повернутися до питання, яке вже лунало у нас сьогодні в ефірі від глядачів. З приводу, от ви говорили, що от припустимо, можна там ту чи іншу організацію оформити як благодійну або громадську. Наскільки часто нині взагалі при бажанні отримати знижку на оренду маніпулюють цими поняттями благодійні та громадські організації? Ну, я не можу коментувати зі 100% достовірністю. Я можу тільки говорити о тому, яке у мене склалося впечатлення. Моє впечатлення таке, що злоупотребляють. В особенности, когда речь идет о норме закона, которая позволяет общественным организациям инвалидов и ветеранов получать помещение вне конкурса за копейки. И при этом, когда, как выяснилось, для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом, достаточно просто назвать свою общественную организацию организацией ветеранов и инвалидов. Либо ветеранов, либо инвалидов, либо какую-то комбинацию. Тут просто в назве має бути? Просто в назве має бути якесь слово.
Для меня это был шок, когда я установил для себя, что так вот в городе функционирует ринок недвижимості. Ну, от якісь таких у вас ставалося впродовж цього часу, якісь такі моменти, от які дійсно були, ну от взагалі дуже зухвалими і абсолютно нівелювали ось цю назву, там щось пов'язане з громадською чи будь-якою організацією? Расследование каждого конкретного случая. Да? Потому что, как правило, такие ситуации сопровождаются костюмированным шоу, а возможно, как некоторые для себя называют то, что происходит у нас на комиссии, да? Когда эти самые ветераны той или иной войны одеваются в камуфляж и приходят и своим видом пытаются продемонстрировать, да, что они действительно реальная общественная организация. Я для себя называю это костюмированным шоу, потому что, на мой взгляд, такие вещи должны иначе демонстрироваться. Поэтому я предложил, опять же, проект решения, согласно которому организации, претендующие на такие льготы, должны отвечать определенным квалификационным требованиям, одно из которых – это публикация их финансовой отчетности, раз. Во-вторых, указание на то, кто является их учредителями, какой у них послужной список этих организаций, кто их члены, откуда они берут финансирование. Если единственный источник субсидии является коммунальная собственность, полученная задарма, извините, да, то, наверное, это не очень эффективная общественная организация. Она должна иметь альтернативные источники своего существования. Вклады учредителей, вклады спонсоров, вклады меценатов. И мы, как дополнительный один из элементов поддержки гражданского сектора в городе Києві. Вот якщо, такое... якщо ці організації будуть мати там той чи інший профіль, який буде стосуватися там комісії Київської міської ради, чи будете ви надсилати представників для того, щоб вони дійсно могли перевірити там, що якийсь точно? Це те, що в нас якби, це антикризисне мероприятие, яке ми предприняли. Тому що мій проект рішення не всім депутатам, к сожалению, понравился в нашій комісії. Вот. Якщо він не знаходить консенсуса навіть серед тих людей, які являются экспертами в этом вопросе, либо специализируются на этом вопросе, я не тороплюсь выносить эти инициативы на общий загал. То есть они нуждаются в том, чтобы они отлежались в головах депутатов, устаканили, что называется. И я пытаюсь при каждом удобном случае демонстрировать несправедливость существующей системы, так, чтобы они постепенно сами убедились в том, что это неправильная система. То есть метод убеждения использую. И в качестве антикризисного мероприятия мы приняли решение, что все такие вопросы направлять на дополнительное изучение комиссии по вопросам социального защиты населения. Чтобы они могли проверить? Да, там у них намного меньше вопросов рассматривается. Наша комиссия рассматривает порядка 300 вопросов в течение своего заседания. И, конечно, каждому из этих 300 вопросов ты не можешь уделить надлежащее внимание. Вот. Раньше это было на основе вот этого костюмированного визита, а теперь мы предлагаем этим людям переместиться в другую комиссию, и там мы рассчитываем, что депутаты будут задавать им вопросы, вот все те, которые мы сейчас с вами обсудили. И уже с решением всей комиссии вы только будете приймати. Да, да, совершенно верно. Так, дякую. Давайте послухаем запитання. Добрый день. Так, не дочекалися. Прошу, ще раз, будь ласка, нам перетелефонуйте. 223-09-71. Ми говоримо сьогодні про питання оренди комунальної власності у столиці, про питання комісії з питань власності. Будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо далі ваших дзвінків. Пане Леоніде, ми минулого разу з вами завершили розмову якраз на темі запуску реформи комунальних підприємств. І от, ну, насправді, ще кілька місяців тому була досить активна хвиля обговорень цих питань. І ми з депутатами від усіх фракцій піднімали цю тему, якщо вони стосувалося саме вашої профільної комісії. Однак наразі вже якось воно таки залишилося на стадії роздумів. Розкажіть, в чому, чому так сталося, що якась відсутня активність в цьому питанні? Чи проводите ви наразі якісь консультації? Ну, активність, вона відсутствує зі сторони виконавчого органу. Дійсно, Київська рада прийняла рішення, согласно якого департамент комунальної власності должен був підготовити проекти рішень по імплементації цієї реформи, наблюдательные советы в коммунальных предприятиях. Наблюдательные советы, состоящие из независимых так называемых директоров. Да? Да. За это решение проголосовало больше 70 депутатов, его поддержали в целом. Но департамент за это время, прошло несколько месяцев уже, разумеется, ничего не сделал. Поэтому за работу взялись мы. И вот Самопоміч, и я в том числе, мы подключились к этому вопросу. Мы разработали определенные проекты решений в имплементацию реформы. Подали их на рассмотрение депутатов. Депутаты комиссии поддержали. Мы передали теперь этот вопрос на рассмотрение юристов наших юридического управления. Они нам вернули назад с очень любопытной формулировкой.
Поскольку вы разработали там 3 из 5 необходимых документов для запуска этой реформы, мы вам их возвращаем без погоджения. То есть вместо того, чтобы те 2 недостающих разработать вместе со своим же департаментом коммунальной собственности, они на нас это скинули и не дают ходу даже этим нескольким документам, которые мы уже... А это самый важный момент. Это полномочия будущего наблюдательного совета. Да. А также список тех компаний коммунальных, на которых эти советы будут создаваться. Уже не на каждой компании, только на крупнейших. Так. Какие крупнейшие и самые важные, это тоже довольно важный вопрос. И нужно искать правильные подходы. Да, вот мы определили где-то порядка 25 крупнейших коммунальных компаний, на которых мы предлагаем создавать эти НАП-советы с этими компетенциями. Так, от ми на прикладі одного з них поговоримо ще обов'язково. Я так розумію, що про Київський метрополітен ми вже можемо вести мову після дзвінку. Добрий день, слухаємо. Здравствуйте. Добрий день. У меня такой вопрос по поводу коммунальной собственности. Прошу. Особенно это касается, ну, Соломенского района. Есть такая школа номер 69, как говорят, в ней даже учился наш мэр Кличко Виталий. И вот вопрос, что рядом с этой школой находится несколько заведений. Вот я точно знаю, одно из них коммунальной собственности, которое было сдано в аренду, но вроде как под торговлю непродуктовыми товарами. Точнее, продуктовыми товарами, но без алкоголя. Угу. Тем не менее, с самого начала этот магазин сразу же стал торговать алкоголем. И вот у меня вопрос, как это вот, комиссия, либо кто это может контролировать? Это очень простой ответ у меня есть. Дякуємо дуже. Для того, чтобы это дело прекратить, достаточно написать на комиссию обращение. Угу. Желательно как чем-то задокументировать, там, фотография счета. На ваше, так? Да, на нашу. И это обращение будет моментально рассмотрено. Мы дадим поручение балансоутримувачу зафиксировать факт нарушения уже с визитом там, проверяющих, либо даже депутат может прийти и тоже сделать такое. У нас стандартный вариант разрешения проблемы. Приходит депутат, заказывает там, так. алкоголь. Ему его дают, он берет этот чек, на следующий день мы расторгаем договор аренды и освобождаем это помещение от таких арендаторов. Разрывание договора аренды, это на разе реальная ситуация, правильно? Ну, я говорю разрывание, на самом деле речь идет о чем? О том, что, конечно, в одностороннем порядке расторгать договоры неправильно. Да? Мы либо предлагаем арендатору уплачивать полную ставку, угу. это 18%, а не 8%, как, наверное, в данном случае. А если же речь идет о том, что эта точка находится в том радиусе запрещенном, радиусе близости к школе, да, и стало быть, там невозможно торговать алкоголем, так. то в таком случае нужно ставить вопрос ребром. Но правильнее всего его ставить к моменту, когда договор истекает. Возможно, этот конкретный арендатор попадет на рассмотрение нашей комиссии в ближайшее время. И просто и вы мы не просто не продлим договор. Потому что судебная тяжба может занять от полугода до года. Угу. Намного проще просто не продлить договор. Ну, могут быть разные варианты реагирования. Могу вас замерить, что у нас это стандартная жалоба, которая уже очень стандартно отрабатывается. Тобто є схема, алгоритм, яким чином цим діяти. Так, дякую дуже. Прошу ще раз. 223-0981. Нагадаю, ми говоримо сьогодні про питання комісії з питань власності. Будь ласка, оренда комунального майна – це наша тема. Долучайтеся. Пане Леоніде, повертаємося до питання запуску реформи комунальних підприємств. Я так розумію, що є очільники комунальних підприємств, які за подібні спостерігальні ради, чи ні, все-таки? Парадоксально. Я вам скажу, что среди руководства государственных крупнейших монополий, той же Укрпочты, либо Укрзалізниці, да, находится полная поддержка этой реформы. Мы приглашали главу Укрпочты к нам на заседание комиссии, с Смелянска. Как вы знаете, у него американская карьера, но он, тем не менее, вернулся и вот руководит после отбора конкурсного, занял эту должность. Он говорит, мы с нетерпением ожидаем, когда у нас будет создан наблюдательный совет, потому что они понимают, насколько легче ему будет с ним работать, потому что его финансовый план будет не утверждать не какой-нибудь чиновник ближе к концу текущего финансового года, когда обычно происходит, да? Потому что там 9 месяцев они занимаются своими делами, а к октябрю либо к ноябрю они вспоминают о том, что на компании нет утвержденного финансового плана. Так. Он понимает, что финансовый план ему утвердит наблюдательный совет, состоящий из профессионалов. Да? Угу. И это будет профессиональный диалог о том, как развивать компанию. Он с нетерпением ждет. Но когда мы спускаемся на коммунальный уровень, мы не нашли еще ни одной компании, которая бы пришла и сказала, мы ждем этой реформы, она нам нужна, мы в ней заинтересованы. Наоборот.
Тобто всі... Люди, которые у нас в комиссии находятся и которые занимают должности в коммунальных монополистах, например, вот Водоканал у нас представлен членом правления Водоканала, они, конечно, голосуют против этой реформы. И, А в чому головна перестрога? Що місто втратить якийсь контроль над комунальним підприємством чи якимось? Це те, що озвучується. Озвучується це опасення, формулируется таким образом для публики, что процесс управляемости этой компанией, сама управляемость будет утрачена. Утрачена управляемость, утрачен контроль. А в действительности, мне кажется, опасаются того, что наблюдательный совет будет эффективно выполнять ту функцию, ради которой он создается. Наблюдать и делать соответствующие выводы, если стратегия развития компании не выполняется, либо если просто воруют, давайте просто называть вещи своими именами. А от яким чином от ви особисто бачите далі розвиток ось цієї історії? Тобто, як далі, от з наступного року, я так розумію, що буде далі розвиватися весь цей процес, яким чином? К счастью, среди депутатов меньшинство главы коммунальных компаний. Они, у нас нет такого правила, как в Верховной Раде, что это эксклюзивный мандат, и ты не можешь ничем другим больше заниматься. К сожалению. Да, у нас очень многие люди параллельно занимаются тем, что находятся там в правлениях коммунальных предприятий или иных. Коммунальных компаний. Вот. Но таких меньшинство. И я рассчитываю на то, что большинство депутатов все-таки поймут смысл этой реформы и увидят в ней тот потенциал, который видит самопомощь в этой реформе. Ви спілкувалися з цього приводу з заступниками голови, заступниками? Спілкувалися. Більше того, ми провели круглий стіл. Ми пригласили першого заступника міністра економіки і економічного розвитку господина Нефьодова. Ми пригласили першого зама Міністерства інфраструктури к нам. Господин Плис, первый зам главы КМДА, пришел на наш круглый стол, и мы вели там обмен мнениями относительно того, зачем нужна эта реформа и какие у нее есть преимущества и недостатки. Пока вот на этапе раздумий. Да, ссылался на то, что он видит больше недостатков, чем преимуществ. Вот. Но мы продолжим нашу работу, будем бить в одну точку, будем профессионально готовить все имплементирующее законодательство и будем показывать, зачем эта реформа нужна и какие будут от нее преимущества. Так, дякую дуже. Ну, дійсно, будемо спостерігати, будемо з іншими депутатами також спілкуватися на цю тему. Прошу, 223-081. Залишається буквально кілька хвилин для того, щоб ми вас почули. Ще раз нагадаємо, говоримо сьогодні про оренду комунального майна. Пане Леоніде, я хотіла з вами повернутися до ось цього питання розірвання саме договору оренди. Насправді, досить різні думки лунають з приводу того, чи можливо це зробити, чи дійсно... Я противник, я зрозумів ваш вопрос. Я сам скажу, що розривати договор в односторонньому порядку Київрада не повинна. Це законодавчо не передбачено? Потому что, как правило, когда мы такие договоры разрываем, мы не имеем возможности выслушать другую сторону, и это не наша функция. Конфликт между сторонами договора должен разрешать суд. Так. Наша функция – идентифицировать проблему, как депутатов, и обеспечить, чтобы исполнительный орган отправился в суд и сделал там свою работу. Если он плохо делает работу и не может убедить в суд в том, что этот договор должен быть расторгнут в судебном порядке за нарушение с той стороны, значит, надо менять юристов. Надо думать о том, как эффективно наладить работу исполнительного органа. Депутаты же в большинстве своем считают, что они должны перенять на себя функцию суда, расторгать эти договоры только потому, что они кому-то перестали нравиться. Да? Или кто-то, например, сказал, что возле школы находится пункт, да, продажи алкоголя, хотя он там не должен находиться. Теоретически этот факт должен, по закону, он должен быть установлен надлежащим доказательством. Так, да? А не кто-то кому-то сказал. А вдруг кто-то кого-то решил оклеветать, чтобы закрыть своего конкурента. Также тоже нельзя исключить. Да? Этими так. вещами не должны депутаты заниматься. Они должны слышать избирателя и направлять его праведный гнев в правильное русло. Поэтому, когда мы не продлеваем эти договоры, да, мы, как правило, приглашаем представителя арендатора, приглашаем представителей жалобщика, и мы можем свою управленческую функцию, депутатскую, да, реализовать путем непродления договора. Но расторгать договор, когда человек рассчитывает на то, что у него есть там определенный срок, это неправильно. Але ж, я так розумію, що є прецеденти, коли дійсно... Постоянно. У нас 17 договоров аренды земли, правда, не имущества, а земли.
были за последние два года расторгнуты решением Киеврады, и из них 15 были оспорены в судах, и арендаторы выиграли свои споры. В чем тогда смысл принимать эти решения? Угу. Я вижу это так, что мы создаем работу для судов, для юристов. Потом люди, которые отменили наше решение о расторжении договора, они на коне. Потому что уже в следующий раз, когда ты к ним придешь и будешь заявлять претензии, скажут, извините, суд признал, что мы делаем все правильно. Угу. Поэтому это неправильный путь. У нас сегодня в 17:00, ровно через час, будет на заседании нашей фракции этот вопрос рассматриваться под увеличительным стеклом. Все наши именитые юристы, члены фракции, соберутся для того, чтобы наконец выработать позицию общую нашей фракции в отношении проектов решений о досрочных расторжениях договоров аренды, прежде всего, земельных участков. Угу. Яким чином ви будете радити діяти депутатам, якщо до них звертаються дійсно кияни з такими питаннями і проханнями? От який правильний алгоритм, на вашу точку зору, має бути? Надо просто сделать выводы из того, что происходит. Если 15 из 17 решений отменены судами, так, то какой из этого напрашивается вывод? Что не потрібно цим займатися. Нет, але ж не совсем, что нужно этим заниматься иначе. Так. Надо... Решения эти отменяются по формальному признаку, что Киеврада не наделена полномочием судьи в собственном споре. Угу. Если вы, как сторона договора, недовольны тем, как другая сторона его выполняет, обращайтесь в суд и представляйте доказательства. От чим нужно займатися, собственно. А ким тоді будуть депутати Київської міської ради у цих питаннях? Третьою стороною, чи вони взагалі не будуть? Вони будуть душою вот этой мембраны, которая слышит своих избирателей и направляет их праведный гнев в то русло, в котором эти решения должны приниматься. Потому что нужно все время контролировать исполнительный орган и приоритизировать его работу. Да? Мы можем принять решение о том, что вот это является список приоритетных строек или там земельных участков незаконно эксплуатируемых, по мнению некоторых, да, которыми исполнительный орган должен заниматься приоритетно перед остальными своими задачами. Да, вот эти вопросы мы можем перед ними поставить, это наша задача. Угу. Так, дякую дуже. Ну, насправді, я так розумію, що якраз цей момент і є у вас найчастіше з приводу вашої фракції якраз таким дискутивним, і інші депутати, вони мають іншу точку зору з приводу цих. Да, у нас не всі согласні по цьому поводу, поэтому у нас зараз круглий стол серед всіх наших юристів, заінтересованих в тому, щоб знайти правильне рішення цього питання. Угу. Так, дякую. А ось ті два ті договори оренди, які все-таки не були оскаржені у судах. Як на вашу точку зору? Чи... Ні, вони були оскаржені, просто суди там не завершилися окончательно. Первая инстанция приняла решение в пользу Киеврады, и они все еще находятся в судах. Тобто все-таки вы думаете, что они також потім после завершения будут так? Я не имел возможности в каждый из них заглянуть. Вот в 17:00 буду больше знать о том, почему именно в этих двух случаях по-другому суд принял решение и чем он это мотивировал. Ну, вы знаете наши суды, да? Так. Ну, то есть, если есть какой-то тренд, это еще не обязательно, что он будет в отдельных делах таким же самым принято решение. Так, ну, цікавий момент, насправді, тому що досить дискутивний, а ми ж тут майже щодня з депутатами ми обговорюємо те, що там, якщо є якась забудова або якась незаконна, там, то потрібно там розривати договір оренди. Тому дуже цікава точка зору. Дякую вам за неї. У нас залишається кілька хвилин. Давайте ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, коли, куди до вас можна звертатися, якщо у них є особисті прохання. Прошу. Ну, во-первых, у мене є страниця Фейсбука, і на неї можна писати, і я, як правило, лично відповідаю на всі ті дописи, які я там нахожу. А во-вторых, у меня есть команда моих помощников, это 5 человек, они сидят, работают с избирателями в моей депутатской приемной, Пушкинская, 32. Можна звертатися щодня до вас, правильно? Так, я вам дуже дякую, пане Леоніде, дуже дякую, що сьогодні ви звітали до нас. Я дякую всім, хто сьогодні долучався активно до нашої розмови. Завтра на вас чекає пленарне засідання Київської міської ради. Ми побачимося з вами якраз у той період, коли депутати Київської міської ради підуть на перевороти. Тож, будь ласка, побачимося з вами обов'язково завтра о 14:00. До зустрічі. We'll be right back.